2 сентября исполнилось 100 лет нашему профессору, ныне здравствующему, Юлии Андреевны Туркиной. Это выдающаяся женщина. Вместе с сестрой они огромное количество концертов дали, и она, закончив ЦМШ, творила, можно сказать, целую эпоху. А сегодня мой концерт называется «Эпоха», а это «Человек-эпоха». И я ей посвятил стихи. Вот. И представляете, она их, ну, я не могу сказать, как все это воспринято, потому что я не присутствовал, но я надеюсь, что мы будем сопричастны этому событию мирового масштаба. С какого подойти разреза, чтобы сей факт осмыслить вглубь? Ему придать не нужно веса, он эпохален, в этом суть. Играть для Юлии, как космос. Вся жизнь на сцене, будто сон. Вот две сестры играют остров и делят двухрояльный трон. В работе в вузе дружелюбно, все растолкует, подбодрит. И даже если форма скудна, у Туркиной душа болит. Продлить бы нам, коллегам, радость на 5-летку или 2. Поклон вам за величие, самость и память дружбы в голове. Аплодисменты Туркиной.